хотели бы поблагодарить за хорошую, плодотворную, качественную работу. Я, знаете, вот сегодня мы говорить будем о этих трех людях. И есть то, что их объединяет. Я посмотрел немножко техническую справку. И общий стаж работы у вас превышает 100 лет. И вы чем вы между собой одинаковы, то, что каждый... Вот знаете, я недавно прочитал такую хорошую фразу. Если у вас есть враги, если вас критикуют, это хорошо. Значит, вы что-то в жизни своей хотели изменить, вы делали серьезные реформы. Поэтому за те реформы, за то, что вы делали для нашего города, за те процессы, которые вы отстроили, за тот коллектив, который вы сформировали, за то, что вы вырастили моих детей в этих, ну не побоюсь этого слова, в храмах знаний, которые сегодня представляют лучшие вузы нашей страны. Я вам говорю просто большое человеческое спасибо. Во многих направлениях, что подчеркнуть, что взять для себя, какие-то новации. И надо говорить, если город Львов уже на пути реформ стоит уже 11-й год, Мариуполь только стал на этот порог. И мы будем делать реформы, но если говорить о образовании, то мы далеко впереди. И мне очень было приятно это осознавать, что мы действительно в этом направлении далеко продвинуты. А значит что? Значит, у наших детей есть серьезное будущее. Спасибо. Я благодарна судьбе, что мне довелось работать с профессионалами, умными управленцами, прекрасными преподавателями, прекрасными детьми, умными, добрыми. Волей судьбы так получилось, что я училась у многих. Пришла в управление работать 39 лет, знаю, что такое молодость, когда трудно, когда нужно достигать новых вершин, и трудом все дается. Я желаю вам, Вадим Сергеевич, молодой команде успехов, инвесторов, чтобы город был красивым благосостоянием наших людей, наших детей. Пусть будет радостное детство и мирное небо. Это же вроде молодой, симпатичный мужчина, а уже 35 лет имеет общий стаж. Действительно, вы тоже 12 лет управляли серьезным районом, большим районом, ответственным районом. И можно по-разному тоже оценивать, что-то было хорошо, что-то было плохо. Но я хочу сказать, не всегда были возможности. И сегодня мы, конечно же, стоим на этапе трансформирования вообще понятия района. Мы, конечно, будем наполнять их уже смыслом и наполнять ответственностью, и наполнять, конечно, финансовые возможности. Конечно, та эпоха и новая эпоха – это будут разные эпохи. Но за ту эпоху мы вам жмем руку и говорим большое спасибо. Хочу сказать, я родился в Мариуполе, всю жизнь прожил. Я здесь учился, я здесь женился, у меня родилась здесь дочка. И что мне нравится в этих процессах, когда пришла новая команда, самое главное, что эта команда искренне хочет сделать наш город лучше. Со своей стороны обещаю, мое участие на том участке, куда буду назначен, я буду тоже стараться. Спасибо вам. Себе за то, что действительно чему-то я у вас учился, чему-то вы у нас учились. Это действительно был хороший опыт, который мы дали друг другу. Поэтому спасибо вам большое.